Эта история начиналась для сотрудников госавтоинспекции как обычный вызов. В 9 часу вечера 19 октября в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД России по Рязанской области поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Новаторов автомобиль прикрыл проезд. Экипаж инспекторов ДПС отправился на место происшествия. Сотрудники госавтоинспекции по прибытии обнаружили, что Ford Focus перекрывает проезд, а в салоне на водительском месте находится мужчина, который заблокировал двери автомобиля и на требования инспекторов выйти из салона не реагировал. Неожиданно для полицейских водитель завел автомобиль и начал движение через бордюр по зеленой зоне. На требование остановиться мужчина не реагировал. Тогда сотрудники ДПС начали преследование. На парковке торгового центра на Московском шоссе водитель Форда врезался в стоящую Ладу Калину. В этот момент сотрудники ДПС вновь попытались задержать водителя. Они выбежали из машины и разбили стекло у нарушителя, но он резко продолжил движение в сторону Москвы. На требование об остановке водитель по-прежнему не реагировал. К преследованию присоединились дополнительные экипажи ДПС. Водитель Форда ехал с большой скоростью, выезжал на встречную полосу и опасно маневрировал. Уже выехав за пределы города, один из инспекторов ДПС применил табельное оружие. Выстрелом удалось повредить заднее правое колесо. Водитель Форда замедлил движение и остановился. Водитель не пострадал и был задержан полицейскими. Им оказался 37-летний житель города Рязани, предположительно с признаками опьянения. В отношении мужчины были составлены материалы по 6 составам административных правонарушений. В настоящее время проводится дальнейшая проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего.